Какой же розовый закат! Хе, розовый, блин. Приветище! Мы снова очутились с тобой в ShopKeep. Пришло время торговать! Мы же с тобой истинные продавцы. И да, кстати, у меня название моего магазина почему-то превратилось в 21 квадрат. Теперь у меня магазин называется 21 квадрат. Так, что нам нужно сделать? А, надо нам по заданию уплатить налог. Любой налог, причем. Давай попробуем это сейчас сделать. Заходим вот сюда. Здорово, Гилфенс. Что-то у нас тут, где налоговый контроль? Предмет потребителя. Без лупы не обойтись. Так, предмет потребителя, оружие, одежда, обслуживание, безделушка. Это, короче, все предметы, за которые я должен платить налоги. Значит так, вот я продал предмет, и я должен заплатить налог в размере 5%, либо максимум 90%, да? Но это слишком, 90% за предмет. Давай я буду отдавать в налоговую. 12%. Вот, везде за каждый предмет буду отдавать 12% в налоговую. Ты скажешь, зачем тебе это надо, загребай бабосики себе в карман. Да дело в том, что все налоги пойдут на благоустройство города. Так что я потом на эти деньги буду обустраивать город свой. Так, налоговое хранилище надо закинуть сюда бабосиков. Давай сюда вкинем депозит на 40. О, смотри, там сундук сразу появился какой. Отлично. Так, налоговый контроль, заплатить. Ей, задание выполнено, уплата налогов. Заданий больше нет, значит, я в свободном плавании. Так, что это у нас такое? Ведро! Я как настоящий бомжар, сейчас могу покопаться в ведре, в мусорном. Давай покопаемся, что у нас тут есть? Ага, сыграем в игру, короче, откопаешь ты или не откопаешь что-нибудь в мусорном ведре. А! Блин, промахнулся, корявая моя рука. В мусорке ничего не нашел. Это ж как так копаться-то можно. О, чувак. Сир Пошингтон. У него есть квест. Давай попробуем взять, что там у тебя есть. Задание. Пора готовить. Или доставка воды. Давай возьмем доставку воды. Доставь бутылки с водой к дверям. Я что, еще и курьером, что ли, работать тут могу? Пора готовить. Покупатели низкого уровня предпочитают предметы потребления, так что попробую разблокировать повара в городском управлении и что-нибудь приготовить с его помощью. Офигеть, мне сейчас нужно будет еще открыть столовую в этом городе. Ладно, попробуем, попробуем, что уж. Так, городское управление, заходим сюда. Так, вот значит наш городок, такой вот махонький. Что у нас тут есть? У меня есть кузница, дом управления, лавка, это моя лавка, дом управления, где мы сейчас находимся. Приготовить, таверна, вот значит где. И что еще, алхимики у нас есть, ясно. Так, таверну за эту покупку город возьмет большие налоги. Я понял. Собрано налогов 3. Это то, что я, кстати, сейчас уплатил. Походу, я единственный, кто уплачивает здесь налоги. А стоимость покупки таверны стоит 210 монет. Короче, мне еще кучу налогов надо заплатить, чтобы купить эту таверну. Ладно, фиг с ним, с поваром. Давай закажем воды. Бутылка воды, значит. Давай сразу несколько закажем. Воды много не бывает. На 20 монет закажем. Отлично. Сейчас все это должно прилететь. Ждем. Где же мои сундуки? О, отлично, сундук прям на черепуху прилетел. Так, сейчас еще один сундук. Ловим, ловим, ловим. В этот раз я здесь стану. Давай, открывайся, врата портала из ада. О, отлично. Заказано для великого торгаша. Спасибо. Забираю все это. Забираю это. Так, вроде бы все. Пойду проверю еще разок мусорку. Может там что... О, появилось, как раз мусор накидали за ночь. Есть! Найдено 32 монеты в мусорном ведре. Офигеть. Да я сейчас на мусорке смогу подняться, блин. Так, теперь нам нужно доставить воду. Воду доставить... А куда ее доставить-то даже не написано, подождите. Доставить бутылки с водой к дверям. Отлично. А к каким дверям? Здесь вообще-то очень много дверей. Может быть к своим? Пойдем-ка попробуем к нашим дверям доставить. Я доставил воду. Здесь надо кому-нибудь? Нет, нифига не надо. Ладно, тогда я чуть-чуть расставлю здесь бутылочек. Вот так вот. Пускай продаются тут. Открою свой магазинчик. Вот, а еще оставшиеся 5. Я, блин, даже не знаю. Пойдем еще раз ведро проверим. По-бомжатски. Неужели так быстро мусор тут наполняется, а? Так, попасть бы. Эх, промахнулся. Блин. А есть еще мусорки? По городу пробежаться, что ли, мусорки поискать? Так, это что у нас, ведро пустое? Вот бомжара. Бегаю по городу, мусор собираю.
Так, к дверям. Каким дверям-то? Может, к воротам? Ворота вон там вот были. Read me, please. Прочитай меня, пожалуйста. Ладно, давай прочитаем. Просто точка. Ладно. Точка, так, точка. Давай поднимемся сюда, посмотрим, что у нас за воротами нашего города. Воу, смотри, какие вуланы там сыпятся. Просто со скал. Что там происходит? О, курочки, зайчики бегают. Прикольненько. Ладно, пойдем поищем двери, куда нужно доставить воду. Так, о, смотри, это таверна. Та самая таверна, где мы можем готовить еду. Правда, она еще не куплена. Она продается, но не куплена. О, здесь есть ведро мусорное. Давай покопаемся, может, что найдем. Еп. Да! 59 монет в мусорном ведре найдены. Отлично, я словно выиграл в лотерею. Так, что у нас здесь есть? Давай зайдем, постучимся. Без оружия, да, я без оружия. Что-то здесь можно взять, но что-то не берется. Давай сюда подскочим. Может, здесь мусорки есть? Блин, ребята, как вам... О, воду отдал, прикинь. Вон оно что. Оказывается, просто нужно пройтись по домам и отдать воду. Так, отдаем воду сюда. Где еще домики? Где еще домики? Сюда. Действительно, как курьер, просто разношу воду. Офигеть. Я думал, что в этой игре просто торговать нужно. А не тут-то было. Так, ребята, кому здесь еще воды надо? Пожалуйста, заберите. Сюда водички отдам. Какой же я заботливый городской администратор. Забочусь о населении и раздаю воды. Есть. Доставка воды. Задание выполнено. 100 монет получил в качестве вознаграждения. Отлично. И задание разблокируй повара и приготовь еды. Блин. Мне надо купить вначале таверну, чтобы разблокировать повара. Смотри, какая здесь полка у нас стояла. Я ее, короче, прикупил. Хочу себе такую же в магазине поставить. Правда, она стоила 278 монет. Я практически разорен. Ладно. Давай уплатим налоги. Заплатить налоги, пожалуйста. И пошли, поставим вот эту вот фигню у меня в магазине. Куда ее только поставить, я даже вообще не представляю. Давай, наверное, вот тут вот у входа. Вот так вот лупанем ее. Мебель можно расставить только в закрытой лавке. Ай-яй-яй. Сейчас, погоди, закроем. Давай, ставься теперь. Огонь. Все поставилось, теперь можно сюда размещать какие-то предметики. Так, нужно починить мои стенды, потому что их отфигарили. По-любому отфигарили, пока меня не было в магазине. Так, столики я починил. Давай что-нибудь закажем теперь в магазин. Что у нас есть из доспехов? Деревянные башмаки. Давай-ка их закажем. И еще на 25 монет я могу купить себе воды. Яблоко. И давай один пьедестал кому-нибудь попробуем продать. Вот так вот. Все, доставка осуществляется. Сейчас должно все это дело прилететь. Пойдем, заказ прибыл. Смотри, сколько там сундуков сейчас прилетит. Хлыбыч. Ууу, сейчас тут целая гора. Ой-ой-ой, сейчас тут пробочка организуется. Но еще один сундук должен прилететь. Куда он прилетит, непонятно. Нормальненько так влетел. Какой чудесный вечер. Смотри, сколько сундуков. Ладно, давай забирать все это дело. Обязательно проверим мусорку. Мусорка, что у нас там есть? Ну-ка. Есть 77 монет. О-о-о! Вот это я поднял бабла. И, конечно же, пойдем расставим сейчас все это в нашей лавке. Бутылочку с водой поставим за 6 монет, как обычно. Ведерочко можно тоже продать, в принципе, я думаю. А, хотя его вроде не продать, да? Ну да, оно не продается, вот беда. Тогда яблоко давай попробуем поставить за 4 монеты. Я думаю, пойдет. Попробую, конечно же, сейчас еще продать вот эту столешницу, может кому пригодится, хотя... Нет, я ее продавать тоже не могу, тогда я ее поставлю прямо в середине зала, давай сейчас вот так вот раскручу. Вот так вот, прям заходишь и тут сразу, вот тебе, пожалуйста. Будут у нас стоять самые дорогие сапоги, конечно же. А, хотя сапоги я могу и сюда, блин, даже не знаю, сюда может что-нибудь тоже поставить, сейчас что-нибудь закажу. Так, сапоги ставим сюда. И давай закажем, наверное, банданы туда, на стенд наш. Закажем бандану. Еще одни сапоги. И, конечно же, яблоко. Все это дело я сейчас сюда поставлю. Пойдем. Заберем наш товар. Ловлю, давай. О, да!
Ботиночки. Блин, я, кстати, ботинкам ценник-то не поменял. Они сейчас за ноль монет улетели бы вообще как нефиг делать. Ботинки сколько они там стоили-то? Давай-ка мы их выставим за 40, а там уже посмотрим, что скажут люди. Здесь я поставлю на обувь ценник 35. Яблоко за 4, да. И бандану. Бандана сколько у нас стоит? 46. Бандану, значит, сейчас накрутим. 55 за бандану я хочу. Вот так вот. Все. Думаю, что можно открывать магазинчик. Открываем магазин. Открыто. Давай, мужик, покупай. Я просто посмотрел, спасибо. Блин, да тут такая бандана, ты просто посмотрел. Ну же, народ, давай подтягивайся. Утро все-таки. Пора денежки выкладывать за предметы. Давай, фермер, купи бандану себе, будь бандитом. И ты, тетка, тоже, у тебя зеленый цвет волос. Я больше чем уверен. Есть, красавчик, прекрасный выбор. Смотри, он сразу же бандану одел. Красава вообще, свою фермерскую шляпу снял. Я делал бандяну. Я просто смотрю и насрала. Ах ты, тетка, я тебя сейчас метлой выгоню. Ну, выметайся отсюда, засранка. Убирать еще за ними тут. Чего? У торгового магазина очень плохая репутация. Нажмите L, чтобы узнать. Ну-ка, давай посмотрим, что тут у нас такое. Итак, смотрим. Значит, обувь им нормально за 40. Покупать банданы за 67-58 это очень дорого. Понятно. Значит, нужно ценничек на банданы снизить и на бутылку. О, купили бандану. Ты посмотри, какая прекрасная женщина. Прям по цвет своего платья. Ой-ой-ой, как у меня сыпется-то тут стойка. Сейчас и кана, походу, настанет. Надо быстренько починить. Чиним. Давай же, чинись. Кстати, да, у нас в городском управлении уже 224 монеты. А это означает, что мы можем купить таверну. Покупаем таверну. Ура, городской повар улучшен. Пойдем-ка в нашу таверну. Забежим, посмотрим, как у нас там дела обстоят. Наконец-то таверна открылась. О, там по-любому в мусорке что-нибудь есть интересненькое. Сейчас поищем. Еее, 85 монет. Фу. Фу, что здесь мухи-то делают? Здесь что, это... Свинина протухла, что ли, или что? О, боже. Яйца, белянка, пшеница, молоко. Офигеть, это я все, наверное, продавать смогу, да? Но у меня есть задание. Разблокировать повара и приготовить еды. Давай попробуем это сделать. Так, давай поговорим с поваром. Здесь он единственный, здесь больше нет поваров. Так, давай-ка приготовим с тобой еду. В таверне, ты же не против? Че рот-то открыл-то так, а? Значит, нам нужен хлеб. Рецепт прост. Обычный хлеб. Ингредиенты для хлеба. Это молоко и пшеница. У нас-то все есть. Так, значит, давай-ка нам один хлеб. Пеки. Мне не хватает нужных предметов. Как тебе не хватает? У нас же есть пшено. Подожди. Вот же пшено у тебя на столе лежит. Два пшена. Молоко возьму. Ладно, несколько возьму. Так, вот, у меня теперь это все есть. У тебя тоже это на столе все есть. Давай приготовить. Есть! Великий торгаш готовит еду. Готовься быстрее. Булка готова, взять ее. Получено хлеба, и я выполнил наконец-то задание. Давай еще булочку одну с печем. Ну все, я теперь хлебных дел мастер. Так, личка есть, смотри-ка, можно за 107 монет ее купить. У меня таких денег сейчас нету. Блин, ладно, давай возьмем картошечку, возьмем беляночки. А, денег нет, закончилось. Блин, я к тебе еще вернусь, слушай, у тебя... Это что, вино, что ли? Винишечка... А, его нельзя, нельзя, понял. Ладно, пойдем-ка к нам в магазик. Сейчас расставим все, что мы нашли в таверне. Стащил с таверны. Ну как стащил, я вообще-то их купил за деньги. И... Какого? Что здесь произошло? Нафига? Офигеть. Разломали мой магазин. Насрали, разломали. Как так вообще вышло-то? Что за бурда? Эх, стоечку снесли. Вторую стоечку тоже снесли. Блин, не успел отремонтировать, видимо, и все, их она. Стопэ, стопэ, стопэ. Тихо, не надо ломаться.